государственную экспертизу. Все документы технические для ремонта уже подготовлены. Единственное, что вопрос в настоящее время решается о выделении федеральных средств на ремонт данного путепровода. И как только эти средства поступят в область и в город, соответствующие контракты будут заключены. Заказчик работ МКУ «Строитель» определен. Как только деньги поступят, повторюсь, сразу приступаем к ремонту путепровода. И согласно поручений Владимира Александровича вашего по организации работы по уборке тротуаров. Поручение губернатора, Павел Сергеевич. Извините, губернатора. Во-первых, улицы обозначены данным поручением в настоящее время очищены, плюс организована планомерная работа силами спецавто по уборке и недопущению таких.